Армия Пакистана отрицает заявление индийских СМИ о сбитом истребителе. Ранее Пакистан заявил о сбитии двух индийских самолетов. Индийские ВВС в среду, 27 февраля, сбили пакистанский истребитель F-16, сообщает индийское агентство ЕНАЙ. Отмечается, что самолет нарушил воздушное пространство Индии в районе Новшера в штате Джамму и Кашмир. По данным агентства, самолет упал на пакистанской территории, а пилот успел катапультироваться. Его состояние неизвестно. По данным СМИ, пакистанские самолеты нарушали воздушное пространство Индии в районах Пунчи и Новшера в штате Джамму и Кашмир, однако в итоге были вынуждены повернуть назад благодаря действиям индийской авиации. В то же время представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур опроверг утверждение индийских СМИ о том, что индийские ВВС сбили пакистанские истребители F-16. «Пакистан сегодня не задействовал истребители F-16», — заявил он. В то же время в Пакистане ранее заявили, что сбили два индийских самолета, двух выживших пилотов задержали. Также Пакистан нанес удары по индийской территории. Отметим, минувшей ночью в пограничном штате Джамму и Кашмир произошла перестрелка между пакистанскими и индийскими военными. Эскалация в отношениях между Пакистаном и Индией произошла после теракта в Кашмире 14 февраля, в котором погибли 44 индийских силовика. Также не забываем подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новостей Украины и мира. Армия.